отношусь с уважением ко всем тем, кто нашел время меня послушать. Однажды, много лет назад, мой муж принялся делать у нашего дома фундамент методом накида. Он когда-то давно это делал, но прошло время, он так немножко подзабыл. Я должна была держать сетку или пластмассовый ящик, а он тем временем должен был выполнять этот накид. Один раз попробовал, два попробовал, не получается. Жена виновата, самого ничего не выходит, нужно искать виноватых. Все бросил, ушел. Я осталась сидеть с этим тазом этого цемента, этой жижи, вся обиженная, расстроенная. Ну так потихонечку я что-то стала там шишиться и решила я, взяла этот цемент в руки и стала потихонечку его приделывать к стене. И он у меня прекрасно приделался. И таким образом я решила выполнить эту работу не методом накида, а методом прилепливания камней к стене. И так камень за камнем у меня стал получаться рисунок, который выполнен из этих камней. И фундамент мне стал нравиться. Потом пришел муж и был крайне удивлен, что я сижу, и у меня какие-то тут камни непонятные. И почему-то он весь уже успокоился. И я решила, мне же так нравится этим заниматься. Иди-ка ты занимайся своим делом. Я сама здесь все сделаю, ты мне не мешай и не расстраивай. Все будет хорошо. И вот с тех пор уже прошло много-много лет. Я научилась работать с бетоном, познакомилась с ним. Сколько было всего пройдено. Всяких мета-ошибок, проб. Были горшки, были панно. Чего только не было. Были каменные деревья, были зеркала, была плитка, были различные миксы, водопады. Что только не прошло. И до сих пор я влюблена в бетон. До сих пор мне все это очень нравится. И столько у меня уже накопилось всяких этих знаний. И считаю я, что бетон – это очень женское занятие. Мелкая моторика рук. Человек успокаивается. Что-то он делает. Работает его фантазия.